Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Мы сегодня вместе с вами строим новую эпическую битву в игре Ultimate Epic Battle Simulator 2. Сегодня у нас будут сражаться новые эпические юниты. Дело в том, что злая Клеопатра собрала свою огромную армию, которая хочет уничтожить человечество, захватывая по чуть-чуть города. У нее есть 20-тысячная армия. Вот такие вот крутые египетские воины. Они же ребята с мечами, у них крутые бронированные шлемы, а также 10 тысяч египетских копейщиков, у них тоже есть щиты и копья. Посмотрим, на что они способны. Мы же со своей стороны собрали тоже армию из 20 тысяч. У нас 10 тысяч спартанцев, крутых, отборных, тренированных, которые вместе с римлянами должны задать жару этим египетским воинам. Дело в том, что Клеопатра это очень крутая. У нее 20 тысяч хп и дамаг 1000. На что она способна, я еще не знаю. Я думаю, что мы вместе с вами сейчас это узнаем. Да, начнется битва! Вот она побежала вместе со своими египетскими воинами. Надеюсь, что наши спартанцы там выстоят. Битва будет возле легендарных египетских пирамид Хеопса. Вот как они выглядят здесь в игре. Давай, мы должны завалить Клеопатру. Интересно, как она вообще будет дамажить? Может быть, у нее будут какие-то... Офигеть! Она огнем стреляет! Да она читер, ребята! Как мы вообще к ней сможем подобраться, если она сдалека будет рубить по нам? Я в шоке, она может пожарить вообще всех наших воинов! Давайте, спартанцы, вперед! 40 тысяч юнитов сражается за то, чтобы одержать победу! Конечно, я болею, ребята, за спартанцев. Смотрите, Клеопатра просто огненными шарами вырубает наших спартанцев. Где она вообще стоит? Я не знаю. Где она стреляет? Вот она! Смотри, ее защищают. К ней не подобраться. Чтобы ее завалить, надо вообще перебить всех остальных египетских воинов. Ну, не знаю, как у нас это получится. Давайте, спартанцы, вперед. Дело в том, что наши ребята здесь собираются в кучку. И этим Клеопатра, конечно же, пользуется. Она сейчас уничтожит все наши войска. Нет, ребята, я не хочу проигрывать. Она поджарит всех нас. Давай, конечно, я тоже вселюсь в одного из спартанцев. Вот, ребята, я спартанец. Я готов сражаться. Давай я попытаюсь сюда пробежать вот так вот по краешку. Меня вы не догоните. Воу, я бегу. И за мной сейчас будут враги все бежать. Сколько вас здесь еще? Блин, у меня 20 хп. А ну, я смогу запрыгнуть? Я бегу, они на меня не обращают внимания. Они уже обратили. У меня 20 хп из 300. Как мне вообще здесь выжить? Хочу как-то отвлечь врагов на себя. О, нет, не смог отвлечь. Да, нам придется ждать, пока они будут здесь воевать. Вот какая-то часть бежит, какая-то часть ждет. Эта бешеная Клеопатра просто нас поджаривает своими огненными шарами. Здесь даже собирается небольшая гора из наших трупиков. Я в шоке. Блин, Клеопатра, ну ты читер. Где она вообще стоит? Тут стреляет в темноте. Я хочу на тебя посмотреть. Вот она. Незаметная такая деловая стоит. Говорит, я всех уничтожу. Конечно, она обладает какой-то магией. Здесь, ребята, в игре вышло обновление, карты как-то уменьшились. Я не понял, что произошло, но теперь за границами невозможно воевать. Я не знал, что здесь вообще есть какие-то границы. Я думал, что вся огромная карта это и есть граница. То есть получается, что здесь очень много юнитов теперь не поставишь. Ну да ладно, давай посмотрим, как тут вообще происходит битва. Вот тут ребята потихонечку проходят. Ну да, они не смогут просто завалить врага. А что, если мы как-то попробуем обойти здесь пирамиду и сзади напасть? Давайте попробуем выделить здесь команду. Ребята, обойдем пирамиду. Сюда двигаемся. И я думаю, что мы сможем на египтян сзади напасть. Вот я выделил. Я же Воблерикус. Я святой дух, который на стороне добра. Мы уничтожим этих египетских воинов. Вот здесь они тоже что-то собираются. Мы сейчас сзади нападем и перебьем. Там, где Клеопатра не помешает никак нам. Ну, давай посмотрим. Вот здесь на углу они встретятся. Египетские воины против спартанцев. И в атаку пошли. Началось рубилово. Честное, настоящее. Без всякой Клеопатры. Мы должны уничтожить эту египетскую заразу. Они хотят вообще поработить все человечество.
потому что Клеопатра почувствовала себя очень сильной. Она поняла, что у нее есть магия. Эй, ребята, почему вы здесь собрались? Часть спартанцев внизу дерется, а часть сверху стоит и наблюдает. Пацаны, сейчас нас окружат, давайте вступайте в битву. А, можно даже на горе воевать. Ну хорошо, давай на горе будем, здесь более-менее удобно. Кто здесь? Вот спартанцы, я бегу за одного. У меня красный плащ. Ну иди, египетский воин. У меня копье есть. На. У меня больше хп. Пацаны, вы толпой на меня. Так нечестно, что вы толпой напали? На воблера. Так давай один на один как-то разбираться. Где вообще все? Вот снова я красный, опасный. Ну все. Бежим сюда. Они за мной будут гнаться, и я сейчас попробую их загнать в ловушку. Ну, если можно назвать это ловушкой. Битва продолжается. Не знаю, что там делает Клеопатра, но я здесь воюю. Ну, подходите. Да почему вы все толпой на меня? Хочу один на один с вами сразиться. Один на один подходи. На. А я могу... Нет, не могу копья бросать. Давай сюда. Можно, в принципе, взять лучника и лучником рубить. Давай, давай, бьем. Щит выставляй. Давай, дерись. Ну, один чувак, выйди на меня. Один. Да один, а не 20. Давайте, пацанчики, рубим их. Короче, я хочу сюда побежать. Наверх. Может быть, кто-то один за мной придет. Да, один. Они не умеют поодиночку бегать. Ой, блин. А вон скала есть. Может, я на скалу на какую-то залезу. А ну, кэш отсюда. Чего за мной бегаете? Так, ладно. Бросаю этого юнита. Пусть его уже завалят здесь. Он один сражается, как истинный спартанец. Хочу посмотреть, где вообще Клеопатра. Куда она делась? Может быть, она там вообще всех наших перебила. Давай посмотрим. Битва тут продолжается. Вот она снова поливает нас огнем. Здесь, конечно, меньше наших юнитов. Здесь остались одни римляне, но они не очень-то крутые, как мы видим. Тут египетские воины. А там, получается, копейщики египетские. Вот хромает как-то бежит. То есть у нас армия разделилась на две части, а я такой стою тут. На пирамиде наблюдаю. О, тут уже пошли реки Джема. Здесь уже падают трупаки. Или они просто падают? Они просто падают вниз. Я не понимаю, они трупы или нет? Наверное, все-таки трупы. И вот, ребята, началась битва. Сюда тоже пришли римляне. То есть мне кажется, что нас здесь больше. И мы завалим этих египетских воинов. Вот они вниз падают. Только почему вот эти чуваки стоят, я не могу понять. Ребята, мы должны победить. Команда 2, не тупите. Чё вы тут стали? А ну сюда бежим все. Сейчас мы обойдем и в кольцо возьмем этих египтян. Вот, а наши уже начали в кольцо брать. Просто они почему-то тупят, там сзади стоят. На что они рассчитывают, я не знаю. Но просто стоят, ждут. Они думают, что их братья по оружию сами там разберутся спереди. Надо в кольцо брать, чтобы со всех сторон... численностью. Давайте, да, ребята, окружаем врага. Сейчас мы здесь вырубим всех, а потом попробуем на Клеопатру напасть со всех сторон, потому что она очень крутая. Давайте, пацанчики, тут тоже наши дерутся. Сейчас кольцо смыкается. Да, вырубаем все. Египтяне просто не знают, куда одеваться. Вот они стоят такие, что-то со всех сторон наши рубят. Хорошо, ребята. В атаку. Офигеть! Здесь часть армии оттянулась. Так, давай сюда выбираю. Сейчас они с горы спустятся. Часть наших ребят стоит. Вот сколько полегло воинов. Здесь и спартанцы, и египтяне, и все. Да чё вы стоите? Они просто стали и стоят. Что вы ждете? Вы и ни туда, ни сюда не воюете. Давайте вы как-то, ну, нападите. О, все, оттянули армию. Здесь уже все. Здесь мало наших римлян. Смотри, как они душат нас. Уходите. Они перебьют всю нашу армию. Ну, конечно, тут Клеопатра. Вот она стоит. Куда она стреляет? Она что, по своим стреляет, поджигает? Или ее здесь просто зажали? Она даже двигаться не может. Она просто стоит на месте и бьет в одно место. Короче, она бесполезная. Да, ее зажали. Блин. Тут, конечно, наши сражаются. Они делают очень важную вещь, они отвлекают врага. Ого! Бесполезно! Вы видели, как она положила здесь толпу римлян? Я в шоке.
Ну тут все, наши уже отвоевали. Печально, конечно, зрелище, что здесь войска проигрывают. А что у нас здесь получается? Вот такая что-то битва, они бегают туда-сюда. Вы хоть деритесь. Непонятно. Тут смотри, тут и египтяне бегают. Вот чувак ударил, стоит. Он просто берет, бьет по нашим, а наши не реагируют. И как так получается вообще? Они читеры какие-то. Ну, валите. О, прибежали спартанцы. Сейчас тут напихают свои копья. Круто. Что тут вообще у них? Непонятно, какая-то битва. То есть юниты себя ведут. Вот здесь тоже застряли спартанцы. И чего вы застряли, ребята? Ну, они просто ничего не делают. И вниз идите, хоть воюйте. Куда-нибудь идите. Потому что тут наших уже мало. Вот, сейчас уже прорвут оборону. Здесь гора. А наши чисто ждут команду от меня, получается. То есть без команды они никуда не идут. Надо команду выбрать еще правильно. То есть они как бы правильно все делают. Просто они выполняют мою команду такую вот, да? Ну, давай я вот так всех выделю. И всех вот идите сюда. Вот сюда валите. Так, эти через верх побежали. Какие-то через низ, наверное, пойдут. Еще чуть-чуть осталось. Что здесь? Здесь друг друга перебили. Огромная гора, наверное, метров 5 в высоту. И Клеопатра тоже отступает. Мне кажется, что наши войска проиграют, к сожалению. Потихонечку воюют. Они на себя отвлекают какую-то часть, конечно, египетских воинов. Наши через верх побежали. Я вижу, Клеопатра тут где-то воюет. Давайте мы тоже в Клеопатру вселимся, хоть посмотрим, что она вообще себя представляет. Алло, подруга, ты где? Так откуда шары летят? Где-то отсюда вот. Как ты выглядишь? Ты где? Стоит так, подожди, отсюда стреляет. Вот она! Алло, тетенька, давай я вселюсь в эту тетеньку. Вот я, ребята, я Клеопатра. Ого, Клеопатра завалила 51 юнит. Ну, не так уж и много, если честно. Я думал, она будет больше валить. Побежали вперед, сейчас хотя бы по кому-то выстрелю. Хоть я болею за спартанцев и римлян, но я хочу посмотреть, как эта Клеопатра воюет. Вот бежит такая. Так, куда-то... Давай по этому чуваку по одному. Промазал. Ну? Дыщ, сгорел, бедняга. Да, да, я вообще дикая женщина. Я женщина-огонь. Но я не хочу в толпу стрелять. По-моему, ребята, здесь враг побеждает. Давай сюда распальну. Так и хочется, ну вот. 62 юнита. Еще распальну. Ого! 76 стало. То есть я вырубил 14 юнитов с выстрела. Ничего себе, так я опасная. У меня 20 тысяч здоровья. Можно ее куда-то закрыть, ребята. Спрятать, чтобы она вообще не воевала. Хотя она все равно прибежит. Ладно, давай мы ее здесь подальше от всех оставим. Вот, она отсюда будет стрелять по нашим, смотри. Ее наверх поставил, теперь ей удобно бить. Или она по своим бьет. А свои же тоже взрываются или нет? Непонятно, что там происходит. Короче, она никуда не стреляет. А вот попала. Они взяли наших в окружение. Все, наших вырубили. Здесь тоже мы проигрываем. У нас небольшая группка осталась. Ребята, у меня есть идея, как с ними справиться. У меня есть оружие бога. Вот они бегут. На! Из дробовика. Тыщ! Тыщ! Стреляю по ним. У меня есть еще оружие. Вот, ребята, водички чуть-чуть. Я водой поливаю, могу всех затопить. Я вызвал ливень. Воды немножко, кто хочет воды попить? Здесь же пустыня, жарко, сейчас всех смоем. Смотрите, сколько воды. О, вода потекла вниз. Здесь прям волна пошла какая-то. Ну, кто-то выживет в этой воде? Сейчас они все утонут, ведь они тонут. Кто-то выживет. Вода расходится по чуть-чуть. Вот, потекла водичка. Но тут они, видите, в принципе, головы у них торчат. Они могут здесь двигаться.
Они плывут в воде, я научил египтян плавать. Хотя у них там Нил рядом, по идее, они умеют плавать. Они окружают нашу команду. Я не должен допустить, чтобы они захватили здесь все. Ребята, у меня есть еще одно секретное оружие. Оно помощнее, чем эта вода. Это ядерный взрыв. Насколько он мощный? Ну вот, ощутите силу удара. Огонь! Пудыщ! Все разлетелись. Никто не выжил. Наши бы все равно погибли, римляне. Всем хана. Все умерли. Кто выжил? Может быть, выжила Клеопатра? Да, она выжила после ядерного взрыва. Стоит такая в воде, купается, деловая говорит... Да мне все равно. Я умоюсь и приду в следующий раз. Ну что ж, дорогие мои друзья, я думаю, что Клеопатра еще вернется. А с тобой был Воблер, игра UEBS 2. Скоро увидимся. Пока.